Здравствуйте, это канал Максимадзе. Фух, наконец-то перестал глючить. Короче, я первый раз, когда запись запустил, я второй раз запускаю. У меня персонаж тупо не двигался и селектор оружия не открывался. Я не знаю, в чем дело, с чем это связано. Но сейчас перезапустил игру, все заработало. Короче, сегодня мы займемся заданиями школы вождения. Рекомендовали нам их пройти. Рекомендовал Джетро. И я думаю, нам даже не надо ехать туда. Туда пешком можно дойти. Довольно нелюбимое это занятие. Оно для прохождения игры не обязательно. Но без него мы не сможем открыть миссии по экспорту машин. Которые тоже связаны, кстати говоря, с сюжетом. Поэтому мы, пожалуй, пройдем школу вождения. Как и в оригинальной версии игры, мы тоже проходили. Back to school. Добро пожаловать в школу экстремального вождения. Чтобы успешно закончить обучение, вы должны заработать хотя бы бронзу во всех 12 испытаниях. Для просмотра демонстрации теста используйте телевизор. Успешное выполнение каждого теста открывает доступ к следующему. Вы можете вернуться и посмотреть свои результаты и улучшить их в любое время. Инструктор по вождению, сигареты во рту. Охренеть вообще. Так, ну что ж, давайте начнем. Первое задание. 360 градусов. Набери 70% или выше, чтобы продолжить. Короче, нам показывают, как это должно происходить. И нам показывают подсказки. Жмите. Так, неправильно мы сейчас сделали. Давайте заново. Удерживайте это и поворачивайте вправо или влево. Да, ну неправильно едет. Оно неправильно едет. Что-то оно не может. Ну-ка. Ну так он едет. Во-во-во, вот так, вот так, вот так, вот так. Вот так, вот так, вот так, вот так. Давай, 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 давай. Другое дело. Золото, отлично. Так, короче, следующее. 180, набери 70% или выше, чтобы продолжить. Нам надо проехать и выполнить разворот на 180 градусов. Вот здесь. О, не удалось, потому что мы коснулись конусов, а нам этого делать нельзя. Снова мы коснулись конуса, нам нельзя касаться конусов. Другое, вот это было неплохо уже. Серебро, серебро, неплохо, вполне неплохо. Поворот и остановка. Что ж, давайте попробуем. Выбираем сторону, давайте вправо. Серебро, тоже неплохо. Управляемый занос. 70% или выше, чтобы продолжить. Старт. Ага, здесь мы проезжаем по шипам, и наши колеса становятся дырявые. Мы проехали на бронзу. Ну и ладно. Это была довольно-таки легкая гонка на время. Также в правую сторону. Требуется поехать 5 кругов. На это дается не более 40 секунд. Да вы что, издеваетесь? Не более 40 секунд? Вы как можно меньше, чем за 40 секунд проехать столько? Я не уверен, что это возможно, но давайте попробуем. И нельзя касаться конусов, конечно же.
4. Хотя, может, и успеем. Последний круг. Успеем, успеем, успеем. Сейчас успеем. Прекрасно. Бронза. Я думал, мы не сможем сейчас. Разворот вокруг конуса. Снова в правую сторону. Короче, мы должны змейкой проехать через эти конусы. Затем повернуть. Эх, задели мы один конус. Нам нельзя их задевать. Снова змейкой. Серебро. Неплохо. 90 градусов. Здесь мы должны припарковаться так же, как эти машины, хитрым трюком. Вот так. Но сейчас не получилось, потому что мы врезались в машину. Мы должны припарковаться между ними прям. И должны при этом ехать прямо и вот так вот завернуть. Ну, чуть-чуть коснулись машины, ну и ладно, бронза. И уже неплохо. Езда на двух колесах. Эх, чуть-чуть не доехали. Ой, ну бронза неплохо. Задний ход и разворот. Набери 70% и выше, чтобы продолжить. Это все время 70%. Также вправо. Ага, езда задним ходом. О, блин, куда ж ты так заносишься-то? Блин, ну куда ж ты едешь-то? Я думал, это проще будет. Чем я думал. Не поняла, а что я должен был сделать-то? Сидя в переднеприводной машине, дайте задний ход, а затем резко развернитесь на... А-а-а, я неправильно делал. Ну блин, ну это сложно сделать, не задев конусы. Ой, черный экран, я ничего не вижу. Монитор барахлит, как всегда. Да блин, я не знаю, как это сделать, не задевая конусы. Задели конусы, это отнимает проценты. Эх, задели конус еще больше. Это сложно, вот это сложно сделать. О, вот это уже было неплохо, мы ни одного конуса не задели. Эрайти разворот. Некоторым в переводе от 1С называется перехват. Выполните маневр перехват автомобиля, развернув преследуемую машину, не нанося ей большого ущерба. Остановите свою машину как можно ближе к преследуемой. Короче, мы должны вот так вот ее схватить. Нет, не так мы должны ее схватить. Должны взять за бок и аккуратно вот так вот ее... Вот. Хорошо, серебро получилось. Бочка. Старт. Мы должны четко также двумя колесами заехать и сделать. Не получилось. Надо, чтобы бочка вышла из этого. Давайте в другую сторону. Ах, на бочок. Надо и более краешку еще держаться посильнее. О, вообще не получилось сейчас. Да что ж ты будешь делать, а? Да блин, вот это довольно-таки непросто сделать. О-о-о, вот, неплохо, 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 хорошо, хорошо, отлично. Езд в город, финальное испытание. И оно довольно-таки тоже сложное. Но мы постараемся проехать. Ой-ой-ой, как заносит меня. И ни в коем случае нельзя тормозить, иначе прервется испытание.
дебильный мотоциклист. Так, давайте остановимся, потому что мы... А, 3% всего? 3% не страшно было, ну ладно. Пофигу. А чё эти рации мне... Блин. Трындят. Розыска-то на мне уже нету. Так, здания прогружаются не очень хорошо. Нам нужно аккуратненько там развернуться, но при этом не тормозя. Капец, ненавижу, когда так заносит. Да, это сложное испытание будет. Эту машину заносит очень жестко. Надо снижать скорость. Но при этом, если я сильно на тормоз нажму, испытание прервется. И вот там, по-моему, написано не более 120 секунд. Можно и превысить этот лимит, на самом деле. Потому что за 120 секунд я это точно не пройду. Но можно, здесь разрешается превысить этот лимит. Немножко притормаживаем. И пытаемся удержать равновесие. Нет, держись, пожалуйста. Надеюсь, проканает. Это пока. Тихо, держись. Уже 130 секунд прошло, а не 120. Ну давайте, надеюсь проканает. Будем надеяться на лучшее. Есть! Отлично! Проканало, аж на серебро. И сколько времени, кстати, прошло? 13 минут? Да это же вообще мало. Давайте-ка перейдем к заданиям Zero. У нас как раз-таки хватает денег, чтобы купить его магазин. Алло. Йоу, это Jethro. О, Jethro, как дела? Да, тут дела в гараже отлично идут. Но я звоню не поэтому. Здесь в Сан-Фьерре есть неофициальный клуб стрит-рейсеров. Неофициальный, значит, нелегальный, да? Я понятия не имею, о чем ты говоришь, чувак. Ну, короче, это где-то недалеко от школы вождения. Думаю, ты должен об этом знать. Ну ладно, Jethro, я подумаю над этим. Увидимся. У нас как раз-таки хватает денег на его магазин. Уже. Нам надо только вернуться в гараж и машину взять, чтобы поехать туда. По-моему, в прошлый, когда мы оригинальную GTA San Andreas проходили, у нас ушло больше времени на прохождение этой школы. Блин, вот только в меня не врежьтесь еще. Опять кокс? Как дела, Цезарь? Наркота покидает Сан-Фьерро, да? Да, но они едут на мотоциклах по бездорожью.
Ну, обойдемся. У меня дела есть. От этих заданий, в принципе, пользы особо-то и нету. Ладно, давайте купим. Если мы зайдем туда, чего мы там увидим? Короче, магазин этот интересен тем, что здесь продается GTA Vice City. Вон, видите? Продают игру в игре. Продают всякие разные игрушки, машинки. Ну, не только машинки, вон самолетики еще всякие. Неплохой магазин. Выглядит довольно интересно. Алло. Карл, это Зиро. А, Зи. Тебя не было, когда я оформлял бумаги на магазин? Да, я знаю, был на опасном разведывательном здании в тылу на вражеской территории. Ну, окей, как скажешь. Я хочу зайти и посмотреть, как продвигается бизнес. А, да. Только я тут должен прибраться, это место просто свалка. Я скоро зайду, не волнуйся. О, блин, мне звонят, ну офигеть. Алло. Все. Irate. О, как дела, Зи? Да никак. Кроме давления моего. Сраного краха всех моих надежд и фантазий. Эй, а чё так? Обычно силы тьмы побеждают силы добра. А в жизни ничего нет, кроме страданий, иногда сменяющимися мучениями. О чем ты вообще говоришь? Тебе надо дозу понизить, я думаю. Прости, я никогда наркотики вообще-то не принимал. Мы все знаем, что наркотики нужны для неудачников или для маньяков. Но в данный момент я думаю о сексе последнего. Ох, какой сейчас. Беркли вернулся. А, Беркли. Да. А кто же это такой Беркли-то, блин? Человек, которого я победил в честном состязании. Человек, которого буквально охватила жажда мести. И что, пытался его убить? Нет, нет, ты что? Я насилие никогда не применял. А, может быть, ты трахнул его женщину? Нет, ты что? Я выиграл приз на научной выставке за первое место, между прочим. И теперь он хочет тебя отомстить? За это? А еще говорят, что у бандитов узкое мышление. Да. А что это за звуки? О, это он, похоже. Мы должны биться до конца. Беркли перешел в режим атаки. Это безумие. Стреляем из всех орудий. Он хочет лишить меня радиопередатчиков. Если он их уничтожит, я не смогу перейти в контактовку. Ничего, это же просто игрушки. Да это не игрушки. Они просто меньше, чем обычные самолетики. Ого, сколько самолетиков-то. Сейчас отведают силушки скорострельные. Да слишком легко. И откуда у него столько самолетиков, а?
Они вообще когда-нибудь заканчиваются, нет? Да никогда не кончится, блин, нет. Ой. И патроны у нас никогда не кончатся. Ага! Отведали силушки скорострельной. Молодец, Карл. А теперь иди, я должен подготовиться к предстоящей битве. Никогда не бойся такого количества. Слишком мало. Три. Нет, это не то. Что же тогда? Мы будем сражаться на пляжах. Ну ладно, на крышах. Так. Сколько времени прошло? 23 минуты, да еще есть время. На следующей миссии. Supply lines. Эй, Зиро, где ты? Уходи, Карл, я тут очень-очень-очень занят. Очень секретное дело не для твоих глаз. Ну где же ты, ё-моё? Я сказал, уходи, Карл, мне не нужны сегодня друзья, и благодарю за внимание, и тогда... Эй, чувак, да у тебя крепкие подштанники. Карл, да мой герой, он пришел и унизил меня. Я, вероятно, стану заниматься теперь проституцией, где меня найдет мертвым и избитым. О, ты всего лишь 28-летний человек, чей начальник помогает ему слезть с вешалки, на которой его повесили за нижнее белье, на которой он размышлял о смысле жизни за последние 2 часа. О, господи. Блин, ты должен приступить к действиям, у тебя оружие какое-нибудь есть? Я есть прототип миниатюрного самолета. Давай с этого самолета и унизим этого Беркли. Ну, окей. Блин, да это смешно просто. И не перевели одну строчку. Беркли приказал своим ливийским прихвостням доставлять товары, а мы нанесем ему сокрушительный удар. Поставим его на колени. Ненавижу это испытание, ненавижу. Ненавижу это задание, потому что самолетом управлять отвратительно неудобно. Если он взорвется, нам триндец. Заданию триндец, в смысле, будет. Отведайте силушки скорострельные. Один уже готов. Еще один едет. Фух. Только сейчас сдох, что ли?
Долго подыхал слишком. О, загорелся. Блин, ты нормально можешь встать, нет? Все, остался последний. И надеюсь, что мы успеем его взорвать до того, как кончится. Нет, топлива-то еще надолго хватит. А вот взорваться самолет еще может. Отведай-ка силушки скорострельные. Есть! Наконец-то все взорвал. Правда, надо теперь еще умудриться долететь до крыши назад. Зачем вот это надо было делать? Я не знаю. Самолет-то нам уже и не нужен. Блин, мимо пролетел. Надо разворачиваться. Крыша еще так расположена неудобно. Так его поворачивать тяжело. Давай, только не мимо, пожалуйста. Давай, давай, чуть-чуть. Есть! Ох, какая отвратительная миссия, я терпеть ее не могу. Сколько времени я на нее потратил? 20 минут я целых на нее потратил. Я ее обрежу местами, потому что это просто отвратительно. Ну давайте пройдем еще одну миссию. Она называется New Model Army. Она полегче будет. Что там такое, Зиро? Я должен драться с судьбой, несмотря на исход хорошего. О чем это ты? Час правосудия близится. Я должен спросить себя, в цели я или козел. Дарл, ты должен быть моим секундантом. Вот письма. Я оставлю их тебе, если что-то не получится. И это все? Че это с тобой такое? Мы пересечем Рубикон. Я должен драться с Беркли. На кону наша честь и даже наша жизнь. Забавно, я никогда раньше не замечал, каким красивым может быть это время года. Может быть, я никогда не увижу весну времени. Бабочек. Да кончай ты уже разговор. Что делать-то будет? Это будет битва насмерть, а ну пошли. Смотри, это необитаемые земли. Ты воспринимаешь это всерьез, по-моему. Путь до базы. Беркли проходит через все это необитаемое место. Я управляю бандитом, а ты гоблин. Ты должен помочь мне добраться до базы Беркли. Битва начинается. Тоже радиоуправляемый вертолетик. Мы должны помочь Зиру доехать. Во-первых, мы должны убрать отсюда вот эти бочки. Активировать магнит. Бочку так просто выбросить нельзя, выбрасывать не стоит. Нужно уничтожить танки. Вертолет этот уничтожить нельзя. Мы будем уничтожать танки, которые находятся посреди поля. Для их уничтожения нужно сбрасывать вот эти бочки прямо на них. Кажется, мимо немного. Ага, отлично. Бомбанет сейчас танк, походу. Надо еще раз скинуть, чтобы он прям полностью взорвался. Да блин, ты нормально возьми. Все, сейчас бомбанет. Где же бочка-то? Сейчас. Ах да, там надо еще мостик проделать.
еще есть бомба, которая поможет нам в уничтожении танков. Эта бомба, походу, с первого раза уничтожает танк. И почему же я забыл про нее? Надо использовать это дело. Как он через бочку проехал? Или он проехал до того, как ее сюда положили? Все, готов мост. Я пошел за бомбой. Сейчас бомбу. Надо только побыстрее это взять, пока они не уничтожили эту машинку Zero. Отлично. Вот так рванул, так рванул. Так, перегородили всю дорогу. Еще можно один раз бросить, чтобы за бомбы не ехать туда-сюда. Еще один раз надо скинуть. Погоди, я сначала танк этот взорву. Так, что-то бочка тут не спасла. Погоди, подожди, сейчас я слетаю. Кроме того, бомба мне потом нужна будет, потому что что-то бочка не очень-то помогает. Да не торопи, лечу я и лечу. Сейчас поставлю. Поставил. А теперь за бомбой. Нам надо еще танк один взорвать. Карл, I'm blocked. Сейчас, подожди, я взорву танк, а потом уберу бочку оттуда. Времени у нас еще полно. Вот и все. Танк больше нам не страшен. Еще мешает, что ли? Ты что, проехать мимо нее не можешь? Вроде бы не сильно-то она мешать должна. Ага. Вот еще бочки валяются, надо их убрать отсюда. Пошел вон. Проехали, отлично. Беркли, вы проиграли. Со стыдом уходи с поля боя. Сворачивай свой отстойный бизнес. Убирайся из моего города нафиг вообще просто. Карл, ты таким, какой ты мне нужен. Сэр, честь имею.
Теперь это место стало рентабельным. Будет до 5000 денег приносить нам. Что ж, это были жесткие задания, но мы их все же прошли. В следующей серии мы будем проходить задания от ВУЗи. Ну, а на сегодня все. С вас лайк, подписывайтесь, с меня эпичные видосы. Подписывайтесь на мой стримский канал, спадим в группу ВКонтакте. И всем пока.